У нас в Москве без грузового лифта максимально это 15 этажей, что может быть. Это в жилых домах. Не разгуляешься. Позвонила какая-то женщина и сказала, что не хочу ли я забрать рояль бесплатно, потому что он ей не нужен, и она продать его не может, потому что никому не нужен. Ну, как всегда, это вот такая ситуация. Бабушка хранила, мама еще как-то смотрела нормально, а дети уже выбрасывают. В России было фортепианостроение развито очень мощно, и в Петербурге было в течение 19 века около 300 фабрик, производивших фортепиано. Ну вот шерман – это один из таких совсем старых инструментов, я думаю, что 30-е и 40-е годы 19 века, ну, в общем, можно сказать, пушкинское время. На старых инструментах заговорила старинная музыка совершенно по-новому. Она услышала самое себя. –